Доброе утро всем! Сегодня у нас понедельник, 23 сентября. Как и обещали, ночью были заморозки. Но сейчас уже все отошло. Я в окно смотрела утром. Листики были прям все в инее замороженные. Сейчас уже все нормально. Ничего. Слегка только. Вот, даже розы живы. Ничего, мои хорошие, вы живые? Ничего, все нормуль. Эти уже сами по себе отцвели. Смотрите, гортензию обсыпала жмыхом от яблок. Яблоки крутили, носок отжимали. Гортензию я обсыпала, закислила. Это комнатная розочка. Ничего, все нормально. Все отлично, все живое. Да, вот на участке все нормально, а на поле все замерзло. Все, все цветы. Смотрите, видите, замороженные. На поле был сильный мороз. Интересно. Здесь у меня лук. Парей, ему, конечно, ничего не будет. Так, а тыква замерзла. Но мы ее вчера... Смотрите. Тыкву мы вчера оборвали. Мы ее поздно посадили. Она как-то так долго у нас принималась. Ну все. Листья замерзли. Хорошо, что мы ее вчера вечером сняли. А вот мелкую, которую оставили. Вот она. Мелкая тыква. Она нам замерзла. Ну и фиг с ней. Вот тоже. Все. На поле был сильный мороз. Вот так. Вот что значит. Смотрите, казалось бы, да, забор. А все отгородил. Ничего там на участке все цело. А за участком все замороженное. Во, лук даже разложился. Ну, ему, конечно, ничего не будет. Он отойдет. Ну вот он, в инее весь. Лук-то ничего не будет. И сидора там ничего, все нормально. Все отлично. Цветы и тыквы замерзли. Так, лук-порей. И лук-порей. Так, на солнышке уже отошел. А в тенечке, да ничего, ему ничего не будет, он не боится заморозков. Так что сейчас еще будет 2 недели тепло, а потом уберем. Здесь у нас вон клубника растет. И здесь тоже. Купчиха. А укроп замерз. Смотрите, укроп. Макушки свои повесил. О, батеньки мои. Хороший мороз, видать, был. Укроп, видите, замерз. Вот так. Да. Мороз был. О, зелененький укропчик. Свеженький вырос, молоденький. И вот так. И березы листья свои скинули.
все. Небо голубое, ясное, светлое. Так что первые заморозки. А сегодня опять тепло. Вот ночь одна. Не знаю, сколько градусов было. Писали, что градуса 3 или 4. Обещали нам понижение 0. Но местами заморозки. Вот они местами. Местами на поле у нас тыква замерзла и цветы. А на участке все живое. Огурцы в теплице растут нормально. Я сейчас зашла в теплицу, посмотрела. Все нормально. И перец, и огурцы растут. А тут все цветы поникли, замерзли. Малину мы вчера оборвали, и макушки прихватило. Ну ничего еще. Еще вон в середине полно ягод. Не вот эти вот ягоды, которые прихватило, они теперь осыпятся. Макушки у малины прихватило. А ягоды еще слаще. Ой, прям осыпаются. Куст потрогала. Ягоды осыпаются. Но мы вчера их оборвали. Последние яблоки оборвали. И оборвали малину. Собрали. Вот. А сегодня ее маленько прихватило. Но еще зеленых ягод полно. Сейчас еще неделю будет тепло, она еще поспеет. Да. Зеленые ягоды. И бархатцы вот тут около теплицы легли. На градуснике я посмотрела 10 градусов. Все. И агератум. Голубая норка. Можно выдирать смело. Уже все. Вида никакого. Вот он. Подмороженный опустил. Головы, цветочки. Ну и ладно. Пойду еще посмотрю гортензию. Вон даже петунья цветет. Ей ничего. Все норм. О. Петунья морозостойкая. Да, этим все нравится. И розам хоть бы что. Ну и гортензии нормальные. Ей здесь за домом тепло. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Вот она. Красота. Ничего, еще порадует нас. Да, ежевика вот. Но надо зафиксировать первые заморозки 23 сентября. Обычно бывают в первых числах сентября. А в этом году порадовала нас погода. Все, друзья мои, всем пока.
Это не самое страшное. К этому мы уже были готовы. К первым заморозкам. Всем здоровья!